Ребятки, всем привет, с вами Александр, мы на канале Kinder and Company, и у нас такой вот необычный формат, снимаю на полу, потому что, ну, ни в какое другое место эта коробка не помещается. Вот моя ладонь, видите, какая коробка, короче, она гигантская, это у нас Lily номер 79095, и у нас там пишется, что у нас 538 деталей, это у нас такой вот гигантский набор Dino World, Dinosaur World, это аналог леговского набора. У нас здесь в наборе будет кто? Будет Хоскин, будет, ну, Страж ACU и будет Вэт, ветеринар. Это же Оуэн, почему он Вэт здесь? Это же Оуэн должен быть. В общем-то, у нас Оуэн на мотоцикле, у нас есть, будет модель тиранозавра, полный аналог леговской модели, мы посмотрим. Будет вот такая вот машина, у которой машина ловец и перевозчик тиранозавра. В общем, такой это у нас набор. У нас здесь по бокам будут два посадочных места. Вот это у нас кабина, здесь двухместная. И по бокам два таких вот выдвижных. Это как в какой части? Во второй? Или, да, во второй части парка юрского периода, когда там они приехали ловить динозавров. В общем, там вот такой вот у нас набор, как видите. Вот такая вот коробка внутри у него большая. Вот так вот. Там все находится. Вверху у коробки у нас есть вот такая вот ручка. Можно переносить это все дело. И вот, собственно говоря, внизу что у нас есть, ребятки. Вот такой вот у нас набор. У нас клетка. Клетка у машины съемная. Вот так вот она будет отдельно сниматься. Как у наборе в Чима, кстати. Помните, там машина, база, передвижная база Чима. В общем-то, вот такой вольер, он раскрывается, туда помещается T-Rex. Вон даже есть там крючок-ловушка, мы видели, там барышня-охранница, это барышня, кстати, охранница у нас там находится. Что у нас здесь еще есть? Ну, вот, собственно говоря, как будет производиться перевозка. Вот, кстати, коллекция. О, ребятки, я покажу. Птеранодон нам недавно попался, Раптор у нас всегда в изобилии, Дилофозавра тоже пару штук есть. Т-рекс, вот индоминуса, правда, у меня нет ни одного до сих пор. Это, конечно, беда, нужно дело исправлять. И вот весь наш набор в сборе, как видим, тиранозавр с клеткой, передвижная машина со съемной клеткой, вот барышня с шприцом усыпления, так, Оуэн наш, вот, кстати, вот с электродубинкой, и вот компьютер, и чемоданчик, и передаточная какая-то у нас там станция, ребят. Ну все, тогда приступаем дальше к набору. А, да, перед, собственно говоря, перед началом набора давайте по-быстренькому пролистаем нашу инструкцию. Вот начинается она у нас со сборки, собственно говоря, T-Rex'а. Сколько у нас здесь шагов? Короче, шагов у нас должно быть здесь очень много. Шагов. 62, 63, 64, 65. Так, ага, у нас там даже что-то стреляет. Экшен действия. И вот, собственно говоря, 69. И вот, да, 69 страниц, и идет перечень всех наших деталей. Вот так вот. А, вот у нас сзади, давайте посмотрим, какие у нас же наборы здесь есть. Есть вертолет с тиранодоном, классная штука. Есть маленькая машина Дилофозавр Гиросфера. Есть будка, о, это и будка из мира юрского периода. Помните, там братики ехали в кузове, на них рапторы нападали, классно. Вот, собственно говоря, наша машина ловец тиранозавров. Дальше есть вот отдельно в треугольной такой упаковке индоминус, гиросфера, T-Rex, гиросфера. Потом есть база с индоминусом. О, так есть такие базы с индоминусом. Круто, я думаю, почему такого набора нет. И вот есть у нас база с рапторами. Вот такая вот у нас классная база, в общем-то. Поехали смотреть. И вот, ребятки, собственно говоря, наш набор. Сейчас машинку, вы не переживайте, давайте вот так вот ее поставим, чтобы вы ее все полностью могли видеть. Но вот наш главный герой, это у нас T-Rex. Ну, что-то да, вот не сильно хвост держится. Вот, конечно, камень в огород Лили. Голова держится получше. Вот такой вот у нас T-Rex. Слышите, наверное, то есть лапки у него там все хрустят, кстати. Лапки там далеко особо не двигаются. Видите, у лапок здесь вот есть вырез. Потому и трещотка. Потому если мы лапку сильно вперед заводим, она начинает, ну, как бы упирается в тело, туловище и отходит. И точно то же, собственно говоря, сзади. Вот здесь вот уже лапка тоже ну, начинает выходить из T-Rex'а. В этом, конечно, его минус. Ну, не крепко очень-то держатся детали, конечно. Лили это немножко. Вот трещотка, он совсем новый, ему пару дней. Щеточки все работают, но держатся они как-то вот слабо. Вот, а хвост вообще меня как-то удивил.
хвост тут почему-то вообще плохо держится, хотя хвостик, да, у нас тут даже кончик резиновый. Это очень, конечно, классно. Ну вот, да, лапки, вот, ну, может, у нас такой экземпляр попался, но тем не менее. То есть сделан классно, раскраска хорошая, хвостик резиновый, пластмасса классная очень, все, ну, вообще, как оригинал, соответствует все, но вот шарниры держатся слабо. Вот голова держится хорошо. Вот так вот, видите, здесь трещоточка есть. Она вращается во все стороны, челюсти вращаются, лапки ходят туго, кстати. Вот такой вот у нас классный есть T-Rex. Да, но вот хвост и лапы вообще держатся слабо. Вот одна лапка повеселее, а вот вторая слабо. Слабо, ребятки, держится. Вот, говори правду, как есть. Так, давайте размещаем нашего T-Rex куда-нибудь. Вот так, пусть у нас тут стоит, в уголке себе никого не трогает. А мы, ребятки, приступаем к главной изюминке этого набора. Это наша супер крутая машина. Она большая, у нее классные резиновые колеса, она вот реально просто тяжелая, тяжелая, и вот так вот хочет просто кататься. Ей это нравится, и хочется ею просто ездить и управлять. Вот, собственно говоря, здесь дубинка, жезл нашего Оуэна. Вот здесь у нас сбоку крепится мотоцикл. Вот так вот он снимается. Вот такой вот у нас мотоцикл Оуэн с факелом на мотоцикле. Мотоцикл хороший. Давайте поставим его тоже сюда. Пусть бежит от T-Rex'а. Дубинку ему туда же. Так, вот у нас есть мини-фигурка Хоскинса, ребятки. Вот Хоскинс с чемоданчиком. Чемоданчик, кстати, непростой. Ой, рука. Чемоданчик у нас открывается. Сюда можно кое-что положить. Давайте ему ставим руку, а потом вместе с рукой ставим. Опа, защелкнулось. Ух, держится детали хорошо. Претензий в этом плане нет. Здесь тоже все у нас в шоколаде. Лицо у нас одно, второго нет. Нет, есть у нас два лица. У нас есть два лица, ребятки. Давайте ему поставим такое злое и свирепое. Хоскинс у нас в фильме всегда был злым и свирепым. Так, ой, упал у нас Оуэн. Так, давайте с обратной стороны. С обратной стороны у нас находится, вот барышня сидит. Вот так вот у нее здесь есть такой вот штурвал. Он тоже нагибается. У нас такое место стрельбы по динозаврам. Есть, собственно говоря, и чем стрелять у нее. Она вооружена в бронежилете и вооружена пистолетом, у которого, вот, собственно говоря, это заряд. Это заряд, это его шприц, который в него заряжается. И можно, в общем-то, стрелять по динозаврикам. Вот такая вот у нас барышня, у нас уже такая была похожая. Так, стойте там. А мы идем к машине. Вот, собственно говоря, наша машина. Вот, давайте разберемся сразу. У нее вот так... Ух ты, нифига себе, вы это видели? Круто, ребята. У нее здесь есть вот такое экшн-действие. Давайте сейчас вот даже вот так вот мы берем, наматываем сюда веревочку. Вот так вот намотали. Не мотайте веревку вплотную, тогда снарядик будет вылетать без проблем. Вот так вот. Давайте наведем ее куда-то и вот и стреляем. О, круто, ребята, вылетает, она вообще зачетно. Главное сильно не наматывать вплотную, и она вот, несмотря на эти шарики, легко вылетает. Это было даже удивительно, я не рассчитывал, что она будет настолько функциональная. Так, вот так, в общем, она у нас на таком вот шарнирчике здесь на двойном находится. Вот так вот, чтобы вам было лучше видно. Вот такая вот у нас машина. И вот, собственно говоря, наша клетка. Клетка, она никак не крепится. Она вот просто берется вот так вот и снимается, ребятки. Вот просто снимается клетка. Давайте поставим ее в сторону. И вот так вот выглядит наше шасси. Здесь нету, как и здесь, все гладкие детали. Никаких у нас защелок нет. И вот там вот у нас просто вход вот прям в кабину. Ну, к ней доступ есть и сверху. То есть она... А, вот так вот, просто снимается. Вот эта крышка у нас снимается, и вот тут у нас там где-то за рулем сидит или стоит Хоскинс. Так, вот так вот выглядит наша машина. Оп. Так, давайте его просто куда-нибудь поставим. Вот там вот пусть стоит. Так, крыша закроется? Нет, не закроется, все-таки надо его посадить. Все-таки надо посадить. О, вытащил его с деталькой.
Ладно, не будем тогда его садить. Возвращаем детальку на место. Вот так, ставим крышу на место. Крыша мне машина напоминает какой-то прям из Аватара, такой гигантский бульдозер. В общем-то, очень крутая машинка. Сзади у нас есть вот съемный инвентарь. Это у нас чемоданчик. Чемоданчик, вот который вот так вот открывается. И там у нас есть запасной выстрел с шприцом. Так, также у нас есть вот переносной компьютер. Компьютер-анализатор какой-то. Хоскинса. И так, как у нас вот эта штука должна быть? По-моему, она тоже должна с деталькой сниматься. Как-то так. Или не так, или вот так. Мне вот так вот больше нравится. Это у нас спутниковый приемник для телефона. Ну, или для компьютера интернет предоставляет. Вот так вот у нас выглядит машина. С машиной разобрались, ну, практически разобрались. Детальки, видите, смотри, как классно сделано. Вот так они все регулируются здесь. Ну, естественно, и спереди, и сзади. Вот, вот так вот все у нас регулируется. Там у нас есть какой-то вот ограничители стоят, чтобы у нас закрылась машинка хорошо. Можно так вот поиграться. Ходят детали туго. Как машина собрана, мне больше нравится, чем как собирается T-Rex. Вот реально туго в натяжечку эти детальки, ребятки, собираются. Так, с этим разобрались. Теперь давайте, собственно говоря, к нашей клетке перейдем. Клетка у нас тоже непростая. Как видите, она у нас вот так вот раскладывается. Так, места не хватает даже на моем таком вот столе. Вот так вот раскладывается наша клетка. Сюда мы размещаем T-Rex'а. И вот так вот ее закрываем. Но здесь еще не все так просто. Здесь у нас еще, ребятки, есть вот такие вот сбоку вот ограничители. Вот два желтеньких ограничителя. Мы их поворачиваем в сторону. Так, повернули. Теперь передвигаем вот эти вот полосочки. С обратной стороны то же самое. И у нас вот так вот могут открываться наши затворки. Теперь берем нашего T-Rex'а. Размещаем обратно в машину, вот так вот, и можем его транспортировать. Подними голову выше, смотри вперед. Вот так вот можно T-Rex'а посадить на запчасти, на пины в кузове, и вот так вот он классненько может себе транспортироваться. Как бы тебя так прицепить, помещается ли его там лапы? Ну, вроде как-то так. Вот такой вот у нас красавчик. Вот эти штуки могут закрываться. Вот они закрылись. Потом мы их подвигаем в сторону. Вот оно выдвигается. Вот так вот. Вот эта вот полосочка бегает. Вот. Задвинули и вот подняли фиксатор. И все, тираннозавр крепко зажат и не может выбежать. Вот так вот. И готовы мы его транспортировать. Нашего T-Rex'а. Так, ну вот, собственно говоря, наша полевая база, компьютер, приемник, дополнительный шприц. Собственно говоря, Оуэн. Так, а Оуэн у нас одно лицо. Да, Оуэн у нас, кстати, одно лицо. Вот такой Оуэн с факелом. Не знаю, почему его там назвали Вэт. Но это же Оуэн. Вот так, вот так и вот так. Вот три наших мини-фигурки в этом наборе. Но это не все. Ребятки, сейчас я вам еще кое-что покажу. Так, мотоцикл. Мотоцикл стоит. Хоскинс стоит. Охранница стоит. Так. Вот, ребятки. Вот уже что я вам еще хотел показать. Тоже у нас относится, как вы помните, у нас же был полностью набор мини-фигурок из по миру юрского периода. Так что не забываем, переходим там по ссылочке, смотрим, кто забыл. Так, вот у нас еще есть еще одна барышня-охранница. Ну, это так, для сравнения, для пар, для компании. Вот есть наш главный герой. Главный герой в парке, тоже он там есть. Так, ладно. У нас есть детеныш раптор, есть большой раптор, есть
псевдораптор а-ля майонгозавр, если ему сюда пимпочку какую-то прицепить желтенькую, например. Есть у нас дилофазавр. Крутой, классный дилофазавр, тоже, по-моему, лилишный. О, хвост у него резиновый, значит, точно лилишный. А у раптора тоже резиновый, значит, это тоже лилишный динозавр. И есть у нас, вот, ребятки, последний, недавно попавшийся, классный, очень крутой птеранодончик. Вот такие вот у него клюв такой. И вот так вот крылья летают. В общем, у нас динозавра просто вагон. Так что, ребятки, в общем-то, всем, кому понравилось. Кстати, забыл сказать, сколько стоит набор. Они сейчас подорожали, но стоили они... Стоил этот набор 400 гривен по курсу, курс 26. 400 разделить на 26, кому хотите, посчитайте и получите цифру в долларах. В долларах не помню, сколько это стоит. 400 гривен, сейчас они подорожали, стоит 450. Курс доллара гривня 26. Кому нужно перевести в доллары на данный момент. Вот так вот. Вот такой вот у нас, ребята, классный наборчик. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и пальчик вверх. До скорых встреч!